Они начинаются, а я хочу сказать о том, что в нашем репортаже любезно согласился принять участие Виктор Рыжкин, заслуженный тренер России, первый чемпион страны в танцах как раз на льду. Так? Да, 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 да. Бронзовый призер чемпионата России завоевала право на поездку на чемпионат мира, на чемпионат Европы, на Олимпийские игры. У нас по три представителя будет на Олимпиаде в парном катании, в мужском, женском, одиночном, и всего лишь две вакансии в танцах. Часто называем почти всегда имена тренеров, хореографов, но ведь не только они причастны к созданию вот таких замечательных музыкальных фрагментов, произведений, да, Виктор Викторович? Конечно, все начинается с музыки, от подбора музыки. А подбирает музыку, кстати говоря, и Виктории, и Ирина Ловачева, Илья Вербуха, Ирина Слуцкая, и Александр Апту в этом сезоне и постоянно подбирает музыку музыкальный редактор Станислав Семчаков. То есть вот, как он говорит, вы знаете, вот их катание перед моими глазами. Я чувствую, что надо, в какой момент, где музыкальные акценты при записи расставить, какое музыкальное произведение взять. То есть я живу этим. И так обидно, когда вот слушаешь комментарии спортсменов и тренеров, и которые не упоминают имени музыкального редактора. Европы и мира 2000.